Дорогие березняковцы, уважаемые ветераны и труженики тыла, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – наш общий праздник. Это особая дата для нашей страны. Она в сердце каждого из нас. Это наша национальная гордость, символ героизма нашего народа, его несгибаемой воли и стойкости. То, как бережно относились наши предки к судьбе своей родины, должно служить ярким примером патриотизма для всех нас. Низкий поклон и память всем, кто внес свой вклад в эту победу. Ветеранам и труженикам тыла я желаю здоровья, внимания и заботы со стороны близких. Пусть ваши дома будут наполнены радостью, любовью и теплом. С праздником вас, дорогие мои!